День памяти Архангела Михаила считается одним из самых значимых в церковном календаре. Его почитают как заступника людей и борца со злом. Божественную литургию в этот день возглавил управляющий Подольской епархии архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Бесплотные силы, наши ангелы-хранители, конечно, они нас оберегают от того, чтобы мы остерегались всякого зла. И вот в сегодняшний день очень важно как раз и совершать такую молитву, чтобы нам, ну, через какие-то моменты в жизни, через обстоятельства, через людей наши ангелы-хранители помогали бы нам не совершать дурных поступков. Церковное название праздника звучит как «Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных». В трехпрестольном Успенском храме 21 ноября отмечают один из главных праздников. Центральный престол освящен в честь Успения Божьей Матери. И он основной престольный праздник, главный. А боковые пределы, правый, освящен в честь как раз Архангела Михаила, память которого мы сегодня совершаем. А левый – в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. И эти праздники являются также поэтому престольными, но малыми именуются. Прихожанка храма Виктория Разумова считает, что для верующих людей престольный праздник – важное событие. И каждый старается в этот день посетить праздничную службу. Благодаря батюшке, благодаря храму, милости Божией, мы вот познаем, так сказать, вот эту вот сторону, ну, как сказать, православной жизни. После божественной литургии архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий посетил педагогическое собрание с руководителями отделов образования Подольской епархии в поселке Володарского. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.